Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая подборка интересных автотоваров с сайта AliExpress. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых роликах, а также поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Недавно наткнулся на интересный канал, на нем вы найдете лучшие обзоры на самые крутые, популярные и необычные товары с AliExpress, которые продаются по самым низким ценам. Подписывайтесь, не пожалеете, ссылка на него будет в описании. Ведро – это весьма полезная вещь в автомобиле, и в путешествии оно точно не будет лишним. Но таскать с собой металлическую или пластиковую емкость не очень удобно. К счастью, я нашел такое вот складное ведро. Оно очень компактное и достаточно вместительное. Ведро имеет удобную ручку и липучку на дне, так что его можно весьма удобно зафиксировать в вашем автомобиле. Ну а заказать его можно всего-то за 267 рублей. Кстати, все ссылки на товары будут в описании. Если вам нужно что-то по-быстрому подкрасить, тогда хорошим вариантом станет приобретение такого вот чудо-приспособления. Это пистолет для аэрозольного баллончика. Стоит он 100 рублей, и это просто находка за такие деньги. Ведь с помощью этого пистолета процесс покраски с баллончика упрощается в несколько раз. Сделано изделие из пластика, но судя по отзывам, все держится хорошо, и покупка прослужит достаточно долгое время. Большинство автомобилистов много времени проводит за рулем, поэтому вам точно нужен такой термос. Его главным преимуществом является то, что он обладает функцией подогрева от прикуривателя, что, согласитесь, весьма здорово. На корпусе термоса разместился небольшой дисплей, на котором можно регулировать температуру жидкости. Кстати, емкость у данного термоса 350 мл. В общем, если хотите приобрести действительно качественный продукт и обеспечить себя любимым чаем в дороге, то это именно то, что вы искали. Что касается цены, то купить термос можно за 1700 рублей. Небольшая мусорка на дверной карман. Думаю, такая вещь должна быть в каждом автомобиле, ведь чтобы поддерживать чистоту в салоне, должно быть место для хранения отходов. По ссылке в описании вы найдете данный мусорный бак за 400 рублей. Выбрать можно из различных цветовых вариантов. На выбор есть черный, серый и синий цвет. Корпус изделия полностью выполнен из пластика, верхняя крышка легко открывается, чтобы можно было удобно чистить бак от мусора. Такой бак очень практичный, удобный, а главное, стоит недорого и очень полезный. Порой происходит так, что резьба в месте для установки свечей выходит из строя, и чтобы ее восстановить, нужно потратить много усилий и времени. Но с этим набором процесс восстановления очень сильно упрощается. Данный комплект стоит 500 рублей и производит его фирма Odelin. Если судить по отзывам, то товар весьма хорошего качества, а главное, набор без проблем справляется со своей задачей, а именно восстановление резьбы свечей в блоке двигателя. Все мы любим порой уезжать далеко за город, отдыхать или просто наслаждаться природой, но если мы уезжаем далеко от города, то наш радиосигнал становится куда слабее. Но теперь про эту проблему можно забыть, так как я нашел для вас такую вот внешнюю антенну в автомобиль. После ее установки прием радиосигнала станет заметно сильнее, так что смело покупайте себе антенну и наслаждайтесь любимой музыкой, даже далеко от города. Стоит, кстати, антенна весьма недорого, всего 150 рублей. Если вы ищете недорогой способ украсить салон вашего автомобиля, тогда как вам такая камуфляжная ткань для обтяжки сидений? Думаю, это то, что надо для какого-нибудь внедорожника. Смотреться будет просто отлично, на сайте есть различные виды и цвета камуфляжей, так что вы точно выберете то, что нужно. Цены достаточно разные, поэтому лучше перейти по ссылке и посмотреть самим. Еще одним бюджетным, но привлекательным вариантом по украшению салона станет силиконовая декоративная лента. За 5 метров ленты просят всего-то 260 рублей. Многие могут подумать, что эта лента крепится с помощью двухстороннего скотча, но нет. Она просто и удобно вставляется в щели, так что если она вам надоест, вы с легкостью ее снимете и никаких следов не останется. Но все же держится она достаточно хорошо и не отпадает при езде и долгом использовании.
Ну и само собой на сайте есть различные цвета, от голубого до салатового. Если хотите отполировать свой кузов, тогда на помощь придет хорошая и недорогая полировочная паста. На Алиэкспрессе цены на такую пасту куда дешевле, чем в наших магазинах, так что заказывать ее стоит именно из Китая. Вот, например, этот комплект, тут сама паста и небольшая мочалка, а стоит это добро всего-то 200 рублей. Еще одним плюсом именно этой пасты это то, что она годится как для полировки, так и для устранения мелких царапин. Если есть желание установить хорошую акустику в автомобиль, тогда помимо достойной аппаратуры понадобится качественный провод. Например, вот этот. Это недорогой акустический кабель, на сайте имеются кабеля различного сечения от 0,3 до 2,5 мм. Сам кабель многожильный, сделан из меди и имеет ПВХ-изоляцию, ну и цвет кабеля соответственно красный и черный. 70 рублей именно столько составляет стоимость товара, как по мне отличный вариант за свою сумму. А теперь конкурс, по традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК, ссылка в описании.